Ребят, всем привет! И с вами снова Влад34. Ну, это бывший Влад Страйк. Сегодня мы играем в Roblox. Escape вроде там. Балди Тавы мы его называем. Это еще Обби. Мы его называем на самом деле. Вот тут баг Влад реально немножечко переработали. Почему? Но иногда он здесь... За Балди, да. Не работает. Тихо, мы видео снимаем. Прости, я в Adobe. Балди. Это мой друг. Итак, ребята, короче, сейчас... Короче, мы идем вот уже близко ко второму этажу. Ребят, поделиться с вами лайфхаком. Тут можно идти. Нет, я про другое. Поделиться с вами лайфхаком. Все, вот смотрите. Если вы... Ладно. Если у вас... Что? Или по зеленой можно. Если у вас... Вон, смотрите. Если у вас проходит сквозь камера, то вы упадете. Всем привет! Вы на канале Влад Страйк, но это новогодний кот. И вот, ребят, если у вас он вот так вот... Влад 34, всем привет! И вот, короче, если у вас... Посмотрите, если у вас вот так, то там можно идти. А если вот так, то нельзя там идти. Поняли, ребята, лайфхак? Так, я, короче... Тебя вижу. Да, я недавно Балди был. Я просто показывал, для этого не ба. Не жалею. Буду, пап. Ребят, тихо, сейчас поставлю. Так, ребят, вот мы с вами уже на втором этаже. Страйк, ты там где? Я возле второго этажа. Как? На фигурах. В бамбуке? Нет. Как же ты меня так быстро догоняешь? Потому что ты про... Ты меня смотри, ну бомбу называй. Ай. Я с тобой повторять буду. От меня не обманет. Влад, где ты был? А на какой? Зеленую сидел. Ничего. Чего я по зеленой ходил? И красный. Доброе утро. Освободи мне чекпоинт, чтобы у меня... А, у меня вылетел сервер. Это хорошо. То есть очень плохо. Подожди. Потом быстро окажусь. Приятного аппетита, Вась. Да, я пошел в другую игру снимать. Ты на паузу поставь, чтобы не мучить их выбором. Не, Балди. О! Сейчас, да. А, чек. Думал, не взял. Так, ребята, вот мы проходим. Помнишь, мы вчера смотрели, как это нубы проходили? Ну, хорошо, но вот эти стеночки очень. Просто надо сначала посмотреть, как это другие игроки, например, делают. Чё? Чё? Как я там стоял? Я не знаю. Ну это такое же тоже было. Я на зелёном стоял просто.
сейчас тоже такое было. Уже 5 минут проходит. Короче, завыкался Роблокс, он мне никакую игру не дает. Ай, чекпоинт. А, они, наверное, обновили чекпоинты. Ребята, скоро к вам бинка. Обещаю вам. 1 января и к вам придет в гости бинка. Ура! 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 Чё? Я уже... О, наконец-то мне Tower of Hell даёт Roblox зайти. Всё? А то у меня всё время вылетало или... А! А, у меня вылетело опять. Вообще лейк на хуй. Интернет пропал. О, у меня пропал. Но нет интернета. Да, реально, escape балдис. Интернет пропал почему-то. Да, вот слушай. Escape балди из басик. Паркур, обе, тавер, симулятор. Ребят, давайте с вами в пиги сыграем. Я тавру хорю. У меня было. Появилось. Так, ребят, заходим с вами в пиги. Короче, я тоже заходил. Так, букадил. Вообще не так. О, наконец-то! Я уже... Если сейчас видите, я просто удалю Роблокс. Ага, не скачаешь? Скачаю. Там можно в аккаунт зайти. А ты мне вообще-то это уже показывал. Чё? Это чё за... за тело с глазами? Не догрузка. Так, это вроде режим такой будет. О! Так, всё. Так, тут очень много пиги. Отпаливатель, который... Да что такое? Интернет, ладно. Короче, я не буду снимать видео. Прощайся. Не буду прощаться, я его удаляю. Всё, я его удаляю. У тебя симка не стоит в смартфоне, да? У меня нет. Эй, ребята, где эта кнопочка, чтобы вот так вот прижаться? Я пиги стал. Каким-то образом. Так, меня главное зебра это что-то. Я буду играть с тобой. Да вряд ли, я уже все. Смотри, какая она прозрачная прям. Так, где тут мои? Каким-то образом. О, Влад, зеленый ключ. А, ты все. Он наконец-то загрузился спустя 100 лет. О, вот пиги опылятель. Зебра, ты что там спишь? Опять. До свидания, тебе. О! До свидания, ребята. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Влад34 и... Влад Новогодний год? О, это быстро. Да все, они уже поняли. Все, ребят, всем пока, удачи. Всем удачи, всем до новых встреч. Всем пока-пока. Это был Roblox, Piggy и Baldi Tower.